Всем привет, обзор планшета Huawei MatePad 11, диагональ дисплея почти 11 дюймов. Это версия на 6 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти, Wi-Fi версия. Так, открываем коробку, смотрим на комплектацию. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Так, тут у нас небольшой мануальчик о том, как поставить программы на наш планшет. Их можно скопировать с вашего старого устройства, с вашего старого планшета, или загрузить с App Gallery. Вот, ну или какими-то другими способами. Это то, что вот можно сделать достаточно легко и просто, да. В App Gallery, конечно, программ очень-очень мало. Нет всех основных программ, но некоторые интересные есть. Так, смотрим по комплектации. В комплектации тут две коробочки, в которых скрепка, документация и кабель Type-C. Тут у нас адаптер питания. Вот, то есть стандартная для планшета комплектация. Так, хорошо. Вот, почти 11 дюймов дисплей, чуть-чуть уже заморался. Так. Корпус пластик, очень хорошего качества, мне очень нравится, soft touch, такой приятный на ощупь, двойная камера, не двойная, одинарная камера, просто такой большой блок, выглядит уже по привычке на все такие камеры, говорю, двойные, нет, тут одинарная камера, микрофон и вспышка. Сверху у нас кнопки регулировки громкости, если мы держим планшет так, то слева кнопка включения динамики, справа Type-C порт и вторые динамики, снизу слот, давайте его сразу откроем. Это слот для SD-карточки, да. Так. Так, открываем, да, слот для SD-карточки и запаян слот для симки. То есть, если мы берем LTE-версию, то тут будет еще для симки слот. Закрываем и включаем планшет. В общем, по внешнему виду, конечно, плюс планшету, даже несмотря на то, что тут нет там металла, стекла, но все равно очень-очень качественно сделано. По сборочке тут порядок. То есть, в принципе, уже понятно, да, что планшет, главный его минус, это, да, санкции, отсутствие программ, то, что как бы нужно заморачиваться со всеми этими программами, чтобы их установить. То есть, обычным методом, как на все другие планшеты, зашел, там ввел то, что тебе надо в Play Market, скачал, все, тут так не работает. Тут мы открываем App Gallery и смотрим на небольшое наличие программ, то есть по играм тут Angry Birds Asphalt 9.8 и все, и какие-то на простенькие, вообще простенькие игрушки по приложениям, ну чуть получше, да, Viber, Telegram, там Privat24, Monobank, Dia, TikTok, но там никаких инстаграмов, фейсбуков, ничего этого нет, то есть только там какие-то местные, локальные программы или, да, там не американские. Ну, почти все программы, да, американские как-то завязаны на этом, поэтому 80% программ тут нет, да, нет YouTube, нет Facebook, нет Instagram и многих-многих других, да, менее известных. Так, хорошо, закрываем App Gallery, переходим в то, что я скачал, так, Antutu Benchmark, давайте посмотрим на производительность цифр. Кстати, мне очень нравится, как работает лаунчер, как работает Harmony OS, вот был на обзоре Samsung недавно, при том, что он дороже, но тут вот система работает, ну вот, анимации, все очень-очень приятно, все очень плавно, то есть по оболочке тут, конечно, большой-большой плюс, то есть то, как оно все тут работает, о планшетном ПК, как вот сделаны все иконки, конечно, вот по менюшке тут плюс. Намного приятнее, чем Android просто, или чем вот лаунчеры, оболочки других, то тот же Samsung, конечно, похуже будет. Так, Harmony OS у нас 4.19.81, да, или что это? А нет, Harmony OS 2.0.0, это версия ядра. Процессор Qualcomm Snapdragon 865, то есть топовый процессор, очень крутой, там цифры в бенчмарках бешеные, 6 гигабайт оперативки, 128 встроенный дисплей, очень классный, Full HD+, дисплей IPS, модель DPI WAY09. В общем, одни плюсы по планшету, то есть за такую стоимость это лучший планшет по сборке по железу, по крайней мере из тех, что я видел, продаются официально. Но, конечно, большой минус, то есть тут в чем-то они очень-очень выигрывают, в чем-то проигрывают, да, в
Потому что нельзя просто так поставить программы. Открываем, так, перед асфальтом 9, я хочу показать результаты на эту бенчмарку, по-моему, под 700 тысяч, 625 тысяч набираем, то есть тут, конечно, здорово, здорово по тестам. 625 тысяч, это топ-50, это топ-43 даже. И асфальт 9, единственная такая более-менее тяжелая игра, которую можно поставить с AppGallery. Со всеми остальными программами, да, нужно танцевать, чтобы их сюда установить. Так. Сразу играть. Ну, вот если сюда что-то поставить, вот уже видно, насколько плавно все круто работает. Это, конечно, не самая тяжелая, далеко не самая тяжелая игра, но работает она, вот сразу видно, что идеально. То есть все, что сюда поставится, оно будет, конечно, летать. Ну, тут вот идеально, все идеально, работает хорошо. Закрываем. И по камере тоже скажу, что, в принципе, для планшета тут не то, что неплохая, тут хорошая камера для планшета, она лучше, чем в том Samsung, который недавно был на обзор, Tab S7 FE. Покажу примеры снимков сейчас, выведу снимки на экран, сможете их оценить. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Байл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!